Ход работ по реконструкции парка Швейцария проверяла комиссия, состоящая из экспертов общественного совета парка и специалистов управления по охране культурного наследия. Напомню, что полную реконструкцию парка планируется закончить к 800-летию Нижнего Новгорода. По входным группам мы очистили штукатурку, делали тюплики, установили леса, обследовали фундаменты, технические решения разработали на усиление. Все рабочие, они у нас мотивированы, они знают, чем занимаются, ответственность свою осознают. А мы нацелены на качество, в первую очередь, сохранение исторического облика ограды. Самый серьезный вопрос на повестке дня сейчас стоит охрана памятника. Замечания были, нарушений как таковых нету. Тут, ну, стройка, вы знаете, это строительство, это благоустройство, там все время какие-то нюансы. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией. Сами решетки демонтированы. Подавляющей большинстве они требовали реставрации, и в не построечных условиях, а в заводских они отвезены, и там происходит реставрация с восстановлением утраченных элементов архитектурного декора.